университета при правительстве Российской Федерации. Это любительский коллектив. Из профессионалов здесь три человека. Я хормейстер и наш звукорежиссер. Сегодня мы покажем вам популярную программу, чтобы вы не заскучали. Это называется «Хардон». Thank you.
Кинга, она уже стала притчей в языце, где ее только сейчас не используют, и в рекламе кофе, и даже на бракосочетании при цыгане. Вы могли не слушать. Мы тоже ее поем. Очень хорошая песня на этой речи. Хит этого года в нашем исполнении.
начальное музыкальное образование или слух, голос, не обязательно будете музыкант, приходите к нам.